Друзья мои, дамы и господа, сейчас хотел бы я рассказать про наши громогласные ракушки, про наши дункары, про наши я хотел бы рассказать. У нас часто их заказывают, покупают, и постоянно нам приходится объяснять, что у нас есть дункары большие и дункары малые. Соответственно, большие они более крупные и более увесистые. И звучат все в районе до первой октавы и си малой октавы. Это примерно вот так. Ой, или это до малой октавы и си большой октавы. Я забыл, честно говоря. А дункар малый, он такой поменьше, но не сильно. И звучит в районе ми и ми бемоль. На терцию где-то выше. Вот, собственно, о чем я и хотел сказать. Это про разницу в наших самых таких типовых наших дункарах.